В турнире приняли участие две команды из школы номер 2 и команда из Дома детского творчества. Всего в этот день на поле вышли 27 юных футболистов. Соревнования предназначены для того, чтобы привлечь подростков для занятий физкультурой и спортом. Вот, и охватить, ну, стараемся как можно больше ребят, вот, и болельщики вот присутствуют, хорошо болеют, и участники азартно играют. В принципе, вот именно для, ну и для выявления лучших. Игры проходили с большим азартом. Спортсменов бурно поддерживали болельщики на трибунах. Каждый переживал за свою команду. Я болею за команду ДДТ. Мы выигрываем 5-1. Футбол считается мужской игрой, но в этот день в играх приняли участие даже девчонки. Я очень люблю футбол, поэтому играла в команде. Что тебе дает игра в футбол? Спорт, здоровье, разминка хорошая очень, внимательность, вырабатывается резкость. Ты же девочка, тебе не страшно с ребятами играть? Не-а. Игры проходили по олимпийской системе. Два полуфинала, матч за третье место и финал. Победу одержала команда Дома творчества. Второе и третье место у команд второй школы. Все участники турнира получили сладкие призы, а победители – почетные грамоты.